Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Большое хобби» с Николаем Валуевым. Я Валерий Кузенков, а рядом со мной Николай Сергеевич Валуев, если вы не узнали. Николай Сергеевич, куда мы приехали сегодня? Валерий Петрович, не забывайте о том, что эта программа без Валерия Петровича Кузенкова не может состояться. Поэтому пи с Валерием Петровичем Кузенковым. Куда мы приехали, Николай Сергеевич? Лес, Валерий Петрович, лес. Я понимаю. Далеко от Ленинграда, от Санкт-Петербурга. Не очень. Километров 100 не будет. Это какой район? Выборгский. А почему сюда? Тут охоту обещают хорошую нам. Ну, вообще обещают. А на что? Зайчик, говорят, есть. Кабанчик, говорят, есть. Ну и лоси ходят. Если получится. Но кроме того, здесь еще клуб юных охотников, Николай Сергеевич. И вдруг мы... охотники? Да, их увидим и пообщаемся. Это что за... А вот есть такие юные охотники в нашей стране. Не, Николай Сергеевич, это будущее российского охотничьего хозяйства. Надо познакомиться с ним. Обязательно. А сейчас разгружаемся, селимся и на охоту. Да. Юрий Николаевич, ну вот мы, собственно, приехали к вам. Это ваши подопечные? Да, это два вожлеца породы русской пегой гончей. Один старый уже вожлец, седьмое поле. Второй молодой вожлец, второе поле. Значит, это уже... Это рабочие. Да, рабочие в теле в нормальном, не зажравшиеся, да. С этими собаками, как правило, охотятся не только на зайца, но также лисица. И, в принципе, выводилась порода для того, чтобы отдать предпочтение к охоте на красного зверя, то есть лесоволк. Никогда не был на охотах с гончей. Единственное, что помню из классики, когда мы смотрели еще старые советские фильмы, ну, можно видео найти, вот когда они так забывают. Это, то есть, говорят, по-зрячему, да? Это когда заорали все дружно и как умалишенные, так что шишки сверху падают. Это по-зрячему, да. Я надеюсь, мы сегодня услышим. Ну, услышим от тебя что-нибудь? Должны мы что-нибудь услышать. Привет, а вы кто такие? Мы юные охотники. А правила охоты знаете? Да. Молодцы. Стрелять умеете? Да. Это мы проверим. Сергеевич, вот мы тут на машине, на нашей ездим по ямам. А ничего, вроде проходимость, да? За счет чего? Валерий Петрович, надо в первую очередь сказать, что это наш старый добрый друг, на котором мы уже не одну охоту проехали. ХВЛ. Ну да. Ну, между прочим, салон. Изменился салон. Я хочу сказать, более эргономичная панель, цифровая. И вот, отвечая на твой вопрос, первый вопрос, который всех охотников, рыболовов беспокоит по поводу проходимости. У новой машины сейчас не только блокировка дифференциала, но и мост задний. Блокировка заднего моста. Да, это очень важная штука. Потому что, залезая в грязь, в кушеря, в грязь, вот эта опция нас заставляет быть уверенным в том, что мы проедем с тобой. Но у него 4 ВД, то есть как бы это у всех джипов, да, насчет? Но не у всех, не у всех мост жестко блокируется, а у этой блокируется. То есть вообще по этому принципу различают джип это или паркетник. Вот эта машина мало того, что блокируется, она еще и на раме. То есть поэтому она джипом? Полноценный джип, да, совершенно верно. И вот, кстати, мы едем с тобой, тут ямы такие, буераки. Заметь, мы достаточно большой дорожный просвет позволяет нам спокойненько их проходить. Я, конечно, гнать там не буду как-то, но это было бы совершеннейшим неуважением к машине. Но мы с тобой, вот смотри, камни, он здоровенный, мы с тобой пропускаем спокойно. О, слышал, да? Оп,
И мы по рожкам его не задели. А скажи, с прицепом пойдет она? Пойдет. Там же место есть под фарков, да? Да, есть. Причем оно так красиво закрыто. То есть ты этот лючочек можешь открыть, подключить фаркоп и тащить спокойненько 2,5 тонны за собой. Немаловажная опция. Ну да, то есть проходимость прекрасная, на раме, место под фаркоп, 2,5 тонны за собой тащит, проходимость получается с прицепом очень хорошая. Для рыбаков очень хорошо, да. Они могут таскать с собой свои любимые катера спокойненько, все эти ямы, лужи. Это все стихия Хавейла. Ну да, молодцы. Уважаемые господа, сегодня вы приглашены на охоту на зайца, точнее, на охоту, скажем так, с гончими собаками. К работе предоставлена стайка русских пегих гончих в количестве 3 штук. Стрелять можно лиса, в обязательном порядке волк, ну и, соответственно, заяц. Здесь угодья присутствует заяц-беляк, присутствует лиса, может быть встречен волк, енот, барсуки уже спят. Собака гончая преследует зверя по следу, отдает голос. После того, когда собака начала отдавать голос, все встали, затихли, выбирают лаз, где примерно может пройти зверь, допустим, вот дорожка, вот бугорок, где-то он тут должен перескочить. Мы сейчас все пойдем, или вы нас поставите куда-то на номера и попробуем? Мы сейчас идем, заходим в лес. Я вам примерно, дойдя до места, где будем набрасывать собак, потому что мы находимся практически в деревне, доведу и примерно покажу лазы. Ну все тогда, понятно. Если все ясно, все, начинаем движение. Дорогие уважаемые друзья, охотники, собаки напущены, их пока не слышно. Слышно, как порскают загонщики. Если кто-то не знает, заяц, достаточно гонный заяц, достаточно громко двигается по лесу. Но сейчас из-за того, что растительность очень мокрая, конечно, такого шуршания листвы мы с вами не услышим, как вот это бывает там осенью, такой, в середине осени, когда сухая листва. Так что надо хорошенько слушать, хорошенько смотреть. И как только собаки заработают, определять место полаза. Там, где зверь пойдет, мы должны, по идее, где-то рядом оказаться в нужный момент. Ну, а это время покажет. Всем удачи! Вот я пришел на место, показанное старшим охоты, зарядился. Сейчас они заходят в лес, попробуют сбудить зайца. Если собачки заработают, то расчет, что зайчик может пройти вот по этим лазам. Если собаки будут немножко в стороне, там стоит Николай Сергеевич, но можно передвигаться. Я попробую тогда передвинуться, подстроиться подгон. Если повезет, то добудем зайца. Не я, так может другие. Охота начинается. Come on.
Ну все, собаки ушли. Значит, за нас, за номера. Там гоняют, и старший команды сказал, что лису поднял. Вот, лиса это надолго, и принято решение сейчас разрядиться, опять поймать собак. И передвинемся по дороге, будем делать, пытаться еще раз один загон, чтобы все-таки взбудить зайца, поднять зайца и попытаться его добрать. Время еще есть. Я разряжаюсь, иду к Николаю Сергеевичу, и мы ждем организатора охоты с собаками. И продолжаем нашу охоту. Поймал. Ну что, господа, здравствуйте еще раз. Собака подловлена с великим трудом. Моим. Сегодня был гон по лисе. Собака ушла в деревню с лисой, поэтому со зверем. Не, я так не понял. Поднял выжлец? Подняла выжловка молодая. Подняла выжловка молодая. Лису подняла, да. После а выжлец уже к ней подваливает? Выжлецы подвалили. Пошел гон. Лисица сразу на уход в воду. Краем озера, со слуха, в деревню. Вот с трудом поймали. Зверь жмется к человеческому жилью. Зверь, я думаю, надо на базу ехать, потому что там еще кабанчику там с подхода Николай Сергеевич будет пробовать. Вот. Валерий Петрович, а я не буду вам возражать. А пока попьем чайку и кофейку компании «Термос». Да. Ты чего будешь? Кофе, чай? Давай взбодримся. Это кофе с молоком или крепкий Валерий чай? Валерий Петрович, мы за рулем. Давай тогда чай, кофе. Николай Сергеевич. Взбодримся кофе. Тогда кофе. Да. А я чайком взбодрюсь. Проверяем. Такие же горячие напитки в этих термосах. Всегда они были очень горячие. Кстати, Валерий Петрович, я хочу сказать, что линейка этих термосов очень богата. На каждой охоте мы с тобой лицезреем какой-то новый термос постоянно. Вот. Такого черного еще не было. Мы, наверное, теряем на каждой охоте термосы, не? Нет, мы не теряем. Ну-ка. Между прочим, на этой охоте у нас есть возможность, не теряя термос, но извлечь из этого пользу для детей. Как? Мы устроим им небольшие мини-соревнования. Угу. И тот, кто будет самый меткий, ворошиловский стрелок, да. Мы подарим термос этот или тот термос. Ну это как будет называться? Кубок Валуева или кубок большого хобби с Николаем Валуевым? Валерий Петрович, я никогда одеяло на себя не перетягиваю. Кубок большого хобби. Ну, Николай Сергеевич, вы налили уже? Да. Напиток божественный, кофе с молоком. Сейчас я налью. Как оно журчит зазывно. Да. И порог. Порог, Валерий Петрович. Николай Сергеевич, настоящие охотники держат стаканчики левой рукой, в правой они ружье держат. Это же традиция европейская. А вдруг заяц или лиса? Поэтому за соревнования, за охоту, за отдых, а главное за детишек, которые, я думаю, завоюют термос, компания «Термос». Я тоже бы хотел завоевать, но все-таки учитывая... Нет, Николай Сергеевич. Ограниченность... Все лучшее только детям, Николай Сергеевич. Все. Спокойно совмещаешь вот это с этим, наводишь красного медведя, вот в этого, который слева, и стреляешь. А нет, здесь попадаешь. Выдыхай. И на выдохе нажимаешь на курок. Чисто блин. Попал. Раз, два, три штуки попало. Равняйся. Смирно. Вольно. Слушаем старшего.
Николай Сергеевич, ну наша комиссия профессионально подвела итоги. Лучше всех мишень поразила Валерия. Девушка, которая вот находится в нашей команде. Я думаю, что ей надо от имени нашей программы «Большое хобби» с Николаем Валуевым вручить приз. Вручает приз Николай Валуев. Валерочка, это твой термос. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Точно такие же термосы у нас с Валерием Петровичем на охоте. Очень хорошо держит тепло. Пей чай. И, ребят, тренируемся, держим руку. Как говорится, в следующий раз удача вернется и вам. Сергеич, ну подъехали, сейчас на кабанчика вы пойдете с Николаевичем. Дело к сумеркам. Рацию давай мне, наверное, выключай. А я в машину побуду, если выстрел услышу, тогда. Или подойду, или вы подойдете, как Николаевич решит. Туда дальше нам не проехать. Это самое на машине. Поэтому пешком пойдешь, а он тебя встретит. Ты, главное, глаза не закрывай от удовольствия, когда будешь нажимать на курок. А то многие так делают и не попадают. Глаза не надо закрывать, Николай Сергеевич. Хорошо, Валерий Петрович. Ладно. Ну что, Николай Сергеевич, спорим тебя? Хороший выстрел. Спасибо. Отличный зверь. Сергеевич, ну что, я слышал выстрел. Промазал. Как обычно. Я понял, то есть попал, взял против. Да. Ну я машину пока завел, подогрел. Тихо. На базу. А егеря там загружают, да? Тихо работают. Да, там сейчас квадрик подойдет, и они загружают. Угу. Все, понял, поехали. Доброе утро, господа. Сегодня у нас второй день охоты. Сегодня предстоит охота на лося. Инструктаж проведет директор хозяйства Воробьев Иван Николаевич. Здравствуйте всем. Сегодня у нас проводится охота на копытных. Стреляем быка, одиночно ведущую корову и телка до года. Самое главное, соблюдаем технику безопасности. У всех жилетки, шапки красные. Заряжаемся только на номерах. С номеров не сходим. Охота будет проводиться с собаками в загоне. Стреляем только по явно видимой цели. Ни на шорох, ни на звук не стреляем. Лис не стреляем. Сейчас проходим, отмечаем охотничьи билеты, документацию все. И проходим на охоту. Вопрос. Стреляем, если зверь добыт, кричим, готов. По номерам, да. По номерам. И сразу, так сказать, охота останавливается. Охота останавливается. То есть, кто провел выстрел, до выстрела получается. До выстрела, да. Выстрелы прозвучали, все остальные уже не стреляют. Да. Вперед, Николай Сергеевич. Расписываемся. Уважаемые друзья, вот эти погрызы указывают на то, что лосей здесь прилично много. Большая осина завалилась, уже подгнила, но еще свеженькая. Лось больше всего любит, конечно, осину. Это для него как шоколад. Это стабильное и гарантированное указание, указатель на то, что в этих местах водится лось. Thank you.
Воу! Воу! Оп! 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 Прозвучал выстрел один. Охота закончена. Нас с полем. Охота завершена удачно. Огромное спасибо собачке, которая отработала. Было слышно выстрел. На самом деле лось в загоне оказался не один. Был бык, корова, но и теленок. Взяли теленка. Все. Охота закончена. С первого загона можно сказать, что это великая удача. С полем. Спасибо, спасибо. Как было? Вступила команда, что в загон пошел, по рации ребята передали. Минут через 15 собаки заработали. Все слышно было хорошо. И в сторону номеров двинулись, корова стилком была. А, я слышал. В сторону деревни пошли, собака залаяла. Да, это да, вот да, они да, были. Корова стилком. И четко на меня, я корову пропустил, а телок метров 30 стрелял. Все правильно. На расстоянии подпустил нормально. Стоящего выстрелил один раз, он развернулся, но я видел, что попал. Он бежался метров 70, и собака на месте заработала. Это значит, что уже ну, видно, все лежит. Собаки поработали. Да. Собаки подрали, тут ребята забрали, чтобы не передрались, потому что на лось. Ну, удачный выстрел. Оля. Спасибо. О, Саша, добыл, хе-хе, теленочка. А я думал, Николай Сергеевич, вы стреляли. На вас все хозяйство работает. Нет, оказывается, вот другой номер. Это правильно, Николай Сергеевич. А то в одной программе мы добываем, в другой программе добываем. В этот раз у нас Саша отличился. Поздравляю еще раз, молодец. Спасибо. Это самый такой нужный выстрел, потому что теленочек, когда добывается, это прекрасно. Популяция не страдает, ни корова. Мамка убежала. Мамку ушла, да, и собаки ушла. Слава Богу. Быка тоже жалко, а то перестреляют всех быков. Кто будет тогда с мамками? Что было сказано, то и отстреляли. Давай, Сергеевич. Давай, Петрович. Славян больше не тянет. Славян больше не тянет. Сергей, что ты думаешь, на машину не загрязни? А она мясо, моется. Мясо, мысохоты, все грязные. У нее салон моющийся, без проблем. Петрович, не переживай. А это целый 8 войдет? Или только одна задняя нога? Разделанный войдет. Ну, то есть, как бы нормально, все входит. Да, да. Причем загрузка очень большая. Машина не сядет, без проблем. Мы не можем там переживать, что камень заденем или еще чего. Салон можно разложить, вот эти сиденья. Да, он раскладывается. Можно и человеку спать, и уложить очень много. Ну все упаковано в мешки. Я думаю, лапника не надо, ничего не надо. Ничего не надо. Николай Сергеевич, как вам охота наша? Охота наша с вами, Валерий Петрович, удачная. Хоть мы и не стреляли, зато мы участвовали. Все как положено. Ну кто-то и стрелял по кабачке. Но это вчера. Да, это было вчера. А почему охота удачна, Николай Сергеевич? Потому что программа называется «Большое хобби с Николаем Валуевым». И мы ее ведущие. Я Валерий Кузенков. Николай Сергеевич Валуев. Валуев. Смотрите нас. Я думаю, будет еще много чего интересного. Да, у нас предстоит очень и очень много интересных программ и путешествий. Будьте с нами. Будьте с нами. Спасибо, друзья. Пока. А мы поехали. Пока.